Участие муниципалитета в программе по формированию современной городской среды обеспечит приток инвестиций на благоустройство дворовых территорий и общественного пространства. Планируется, что только в 2018 году сумма превысит 150 миллионов рублей. Перед тем, как отчитаться перед Юрием Поляковым, все заинтересованные стороны собрала заместитель главы курорта Анжела Студеникина. В подготовке задействованы несколько служб. ЖКХ проводит инвентаризацию, архитектура курирует разработку дизайн-проектов. 27 октября 2017 года было проведено рабочее совещание по вопросу подготовки вхождения города-курорта Анапа в программу «Комфортная городская среда» на 2018-2022 год, на котором определен порядок действий при подготовке эскизов в отношении 70 общественных и внутридомовых территорий. Марченко Марине Юрьевне в срок до 3 ноября необходимо доложить о проделанной работе. Инвентаризация дворовых территорий продолжается. В центре внимания дорожное покрытие и освещение дворов, состояние детских, игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм, проездов и парковок, мест отдыха анапчан. По состоянию на 30 октября 2017 года в ходе инвентаризации составлено 376 паспортов благоустройства общественных и дворовых территорий. Выявлено 270 дворовых и общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве. Собственниками жилых помещений в многоквартирных домах ведется работа по подготовке заявок на благоустройство придомовых территорий. В целях качественной современной подготовки дизайн-проектов благоустройства к данному виду работ будут привлечены проектные организации. К 20 декабря текущего года будут готовы 70 первых дизайн-проектов. Депутатский корпус окажет содействие в их согласовании с гражданами. Мнения анапчан основополагающие. Жители сами формируют заявку, определяют перечень необходимых работ по благоустройству. Глава Анапы, в свою очередь, взял на контроль работу специалистов администрации в части подготовки программы. Меня интересует контроль каждого, кто чем занимается, с фамилией, со сроками, четко, кто что делает. По комфортной среде. До 10 ноября на курорте пройдут общественные обсуждения проекта муниципальной программы по формированию современной городской среды. Принять в них участие могут все желающие.